Готовишь, я не вижу, там все хорошо. Спасибо. Меня совещаю. Ой, спасибо. Попрошу автограф. Спасибо. Что же вы хотите? Любую. Какая вам больше нравится? Ну, хорошо. Из вокального цикла «Детская» на сон грядущий. Господи, помилуй папу и маму и спаси их, Господи. Господи, помилуй братца Васеньку и братца Мишеньку. Господи, помилуй бабушку старенькую, пошли ты ей доброе здоровьице, бабушке старенькой, бабушке добренькой, Господи. И спаси, Боже наш, тетю Катю, тетю Наташу, тетю Машу, тетю Парашу, тети Любу, Варю и Сашу, и Олю, и Таню, и Надю, дяди Петю и Колю, дяди Володю и Гришу и Сашу, и всех их, Господи, спаси и помилуй, и Фильку, и Ваньку, и Петьку, и Петьку, и Сашу, Машу, Соню, Танюшку. Проказница какая! Уж сколько раз учила! Господи, помилуй и меня грешную! Господи, помилуй и меня! Галина Алексеевна Писаренко, талантливая наша певица, с успехом выступающая и на оперной сцене, и в самом разнообразном камерном репертуаре. Мне привелось видеть ее в нескольких оперных партиях. В бессмертной опере Жоржа Бизе «Кармен» она превосходно проводит трудную роль Микаэлы. Очень хороша также Писаренко в роли Манон из одноименной оперы «Массне». Галина Алексеевна очень музыкальна. Она обладает хорошим вкусом и очень органично усвоенной исполнительской культурой. Ее камерный репертуар весьма обширен. Она поет Глинку и Дорогомысского, Чайковского и Рахманинова. Она является одной из лучших исполнительниц неподражаемой детской Мусоргского. Особенно я хотел бы отметить талантливое исполнение ею произведений русских композиторов до глинкинского времени, так называемых дилетантов, то есть любителей, как их называют в музыкантской среде, а в сущности больших мастеров своего дела – Алябьева, Булахова, Гурилева, Варламова, чье творчество горячо любимо у нас. В репертуаре ее Бах и Перголези, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Дебюсси и многое другое из сокровищницы музыкальной классики.
Поет Писаренко и современную музыку, советскую и зарубежную. Она была одной из первых исполнительниц моего вокального цикла «Петербургские песни» на слова Александра Блока. Поет она и другие мои романсы и песни. Работать с Галиной Алексеевной – подлинное удовольствие. Она исключительно чутка к авторским указаниям. Она очень добросовестна, потому что предана своему делу и понимает, что совершенство дается путем долгим и трудным. Ты со мною, и ты со мною.
творенье я тебе вручаю. Перед тобою слезы льют, моей защиты умоляю, умоляю. Обратися сеть от сна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя, я жду тебя. Лауреат всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки, лауреат международных конкурсов вокалистов, проходивших в Венгрии и Финляндии, Галина Писаренко, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, заслуженная артистка Российской Федерации. Манон, героиня известной оперы Жюля Массне, одна из самых любимых лирико-драматических ролей Галины Писаренко. Моя мама.
битва началась. Нет, я тебя не пущу. Но я должен идти. Нет, я тебя не пущу. В комической опере «Мавра», написанной одним из выдающихся мастеров музыки 20 века Игорем Стравинским по мотивам поэмы Пушкина «Домик в Коломне», Галина Писаренко предстает в облике Параши. Еще одна партия особенно дорога певице. Это Сюзанна из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Сюзанна, спетая впервые еще в консерваторской студии, Сюзанна, которую с выдающимся успехом в пору своей студенческой юности пела в той же студии Нина Львовна Дерляк, замечательная советская артистка, ныне известный профессор Московской консерватории, учитель и наставник Галины Писаренко. Thank you.
Незабываемым стал для певицы 1969 год, когда в числе других советских артистов она работала над оперой «Кармен» под руководством одного из крупнейших режиссеров современного музыкального театра, руководителя берлинской комиши опер, профессора Вальтера Фельзенштейна. Галине Писаренко была поручена партия Микаэллы. Работа с выдающимся режиссером, продолжателем и истолкователем идей Станиславского в музыкальном театре имела ни с чем не сравнимое значение. Под его руководством она сумела добиться большой силы драматического высказывания. Вслед за московской постановкой Галина Писаренко
вместе с другими советскими исполнителями главных ролей приняла участие в постановке «Кармен» в Германской Демократической Республике на сцене Комиши опер. С той цыганкой встречусь я скоро, своими чарами она заведет усы до позора. А я любить его Покоряющий артистизм – одно из основных и самых ярких качеств Галины Писаренко. Она способна слиться с образом, почувствовать атмосферу, в которой происходит действие, способна раствориться в ней до конца. Не о каждой певице, даже хорошо наученной, можно сказать, артистка. Это особый дар. Талант Галины Писаренко очень органичный и естественный во всех своих проявлениях. Поет ли она возвышенную лирику, или выступает в оперете, например, в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса. Адель? Как ты сюда попала? За кого вы меня принимаете, сударь? Баронесса фон Грайфенштурм. Моя служанка баронесса. В таком случае, разрешите вас пригласить на вальс, баронесса. Что за манеры?
вы стоите? Спину прямей. Что? Руки легче, не напрягайтесь. Вам надо поучиться, сударь, прежде чем приглашать баронессу на вальс. Не приду в себя, он посмел меня, служанный при всех назвать. Я вам не жена, может лишь она такие слова прощать. Вам сложен визит, братный круг, но вы плохо воспитаны, друг, но понять мне так иначе, что ваши шутки зло. Я спою романс Глинки, ах, когда б я прежде знала.